Чешская телевизия представляет сериал «Пацуки». Брунова пастка. У далекой Моравии, посярод Валашского королевства, на невеликим сметнику каля Визовиц жили два пацуки. Годан и Губерт. Это я. А с нами гипсовый карузлик Людвиг и Эдик. Поддоследный пацук с Праги. Жили мы у ваутульных шуфлядах старой швейной машинки с видом на пылесос. Раніца была, як усе астатнія, пакуль не пайшоў дождж. Як табе спалася, Годан? Людвічак хоча есці, яму трэба паснедаць. Мы не можам вылезці з шуфляды, Годан, там навальніца. Не беды, спадарства. Зараз я сготую суп у кубку. Вось будзе смаката. Што там Эдік вырабляе? Не ведаю, Годан. Я слухаю. А у нас тут проблема. Суп зусім подгорел. Тому я пошел шукать харчи. Эдик пошел по сняданок. У такую навальницу, коли палюе кот Бруно. Мяу. Гей, да поможите! Тут нават сигналу нема. Сняданок. Мяу. Алло, да поможите. Мяу. Эдик усё яшчэ не вернулся, это дрэнный знак. Яго ж мог схапіць Бруно. Дык табе захацелася майго сыру? Зноў праблема. Ты, відаць, хочаш мяне з'есці, так? Да што ты, каб мяне блыха укусіла. Я табе яшчэ чаго смачнага прынясу. Мяу. Вось ён. Бруна. Мяу. Глядзі. Мяу. Ням-ням-ням, маленький. Ешь, мой солоденький. Твой кон быть толстяком. Круглый як колобок будет твой животок. Спадзяюся вельми,
на твое и свое задовольнение. Мяу. Ну, ходим. Мы уже тут, Эдик. Худшей, утекай, друже. Господарство, ходите до меня. Я запрошаю вас на обед. Подними клетку, Губерт. Я погружу Эдика на вазок. Годан, рыхтуйся. На что вы меня грузите? Бруно хочет тебя откормить и съесть. Мяу. Как меня блыха укусила, сегодня у меня будет богатая вечера. Одразу три стравы, мяу. Так ты хочешь усих нас съесть? А мы что тебе казали, Эдичек? Коли вы съесте этот тортик, я по вас приду. Что будем робить, Губерт? Не бойтесь, дитюки, есть идея. Мяу. Как меня блыха укусила, яны ж были тут. Где, як яны утекли? Я вас знайду. Мяу. Ну, господарство, я вам скажу, ледь-ледь. Выдатная идея, Губерт. А теперь худшие до дому, хлопцы, покуль Бруно не вернулся. Гэтак кот Бруно зноў нічога не ўпаляваў. Вядома ж, калі сябры трымаюцца разам, то знойдуць выйсце з любога пераплёту. Дабранач. Пацукі і зусім не хамякі, у нас і выгляд не абыякі. Апроч хвастоў, вусоў і кіпцяў ёсць, ашчаціненая поўсць. Прыкрыем вочы параю вушэй, адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.